Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, ваш дивизион на следующий сезон. Окей, нормально. Так, давай сюда сундук. Магнит, усиленная турбо и топливный ускоритель. Так, результаты. Фиг мне, да, наверное, сейчас покажут. Никаких результатов не будет. Так, забираем с тобой еще 40 тысяч монет. Превосходно. Так, это мне не нужно. Так, сейчас мы... Всем привет. Блин, написал тоже мне привет. Вот так вот. Так что, результаты-то... Вот. 53 место. Победители. Угу. Так, зимние шины, ускоритель дым. Дальше у нас идет магнит, ускоритель дым. Еще 10 тысяч монет в плюсе. И последний сундук, зимние шины. Так, нормально. Бесплатно я еще не забрал, точно. Управление в воздухе, ускоритель фляг. Итого 769 тысяч, друзья, монет у меня. Ну-ка. Давай-ка мы сменим вид. Давно у нас кого не было-то давно. Давай вот этого зомби. В таком... Нет, зомби был. Зомби, ребята, был. Что-то я... Недавно мы играли же за зомби, да? Сейчас что-нибудь другое придумаем. Вот, вот такой вот будет у нас. Ханыга такой недовольный что-то еще. Недовольный. Так, и прокачка. Что я хотел прокачать? Мы байк прокачали, да? Это у нас прокачано. Это тоже прокачано. Ну что, тогда будем качать... Тягач? Давай, наверное, начнем... Прокачивать тягач потихонечку. Начинаем с мотора. Так как, ну, в принципе, я считаю, что это, ну, одна из главных деталей в нашей машине. Это тягач. Да скольки, мне интересно, хватит? Ага, уже 86. Уже, считай, сотка. И последний, да, наверное? Угу. Сила. А что такое это сопротивление воздуха? А что значит сопротивление воздуха? То есть как бы обтекаемость идет у нас, типа улучшенная, что ли, типа того? Аэродинамика, наверное, в этом плане. А почему, интересно, мне не дают этот? По идее, когда мы сколько-то прокачиваем, у нас должны открываться дополнительные слоты. 106. Почему пока ничего нам не дают? Вот. Разблокировали мы слот. Все, друзья мои. Немножко фуру свою подкачали. Ну, а я поехал в лес по дрова. Ох, я разучился уже, ребята, играть. Сколько я не дринкал? Да много. Недели две, наверное, точно не играл. Ох. Фига себе. Нормально. Ну, для первой, ребята, гонки, я считаю, что это великолепно. У нас сегодня 8 число. Да, получается 8 число. И там где-то я неделю не играл. Да, 2 недели. То на то и выходит. Шпарь, 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 родной. Красиво, красавчик. Давай, наяривай. Опачки. И все. И, ребят, выиграли 6 гонок задания, то есть. Поэтому, наверное, мы сейчас... Давай сразу открывать, фиг мы будем на нее смотреть. Так, задание завершено. Вот. Крылья, ускоритель, фляг. Так, проехать 1700 метров. Ну, в принципе, неплохо. Вот это вот, наверное, поменять. О, еще выиграть 6 гонок. Вообще изи. Так, ну что, ребята, я пошел на развлекухи. Я знаю, вы пишете, Рэй, что-то там, типа, на одной машине гоняет. Там, типа, остальные у тебя простаивают просто так. Я в курсе, ребят, что они у меня просто так простаивают. Но я вам объяснял, почему все так происходит. Это, считай, самый оптимал.
Вот здесь вот, конечно, оптимал Фонзи какой-то. Ой-ё! Что это, ребят, за Фонзи такой был, а? Скажи-ка мне на милость. Фрунзи? Может быть, какой-то, не Фонзи. Фрунзи. Херунзи. Нет, ну ему-то, конечно, хорошо на этой тачке ехать, потому что она обтекаемая, мы все это прекрасно знаем. Видишь, как я стараюсь аккуратненько, ребят. Без резких, как говорится, рывков и тому подобное. И последняя гоночка у нас. Опять Фонзи. Вот туда тебе, Фонзи, и дорога. В стену, так и надо. Да-да, я знаю, что она прыгучая тачка это, поэтому... На финише, ребят. Ну, потому что я аккуратничал. Если бы я ехал как сумасшедший, я бы, конечно, его порвал бы. Вот так вот. Чебдрючил бы его, как сосунище просто. А так пускай радуется. Так, кто там у нас? Да никого нету. Там немцы. Шпенцы. Так, давай без фокусов. Едем аккуратно. Вот. Я сама аккуратность, друзья. Я сама аккуратность. Кстати, всех девушек уже получается... Ну, сегодня у нас 8 марта, поэтому как бы скажу от сегодня с праздничком. А так как вы уже будете смотреть позже, то с прошедшим праздником 8 марта. Как говорится, всем счастья, добра, красоты. Ну и чтобы денежка шуршала. Само собой. Нет! Я уже думал, сейчас опять, ребята, впендрюкаемся. Ну как обычно у нас это происходит все. Ну с какого перепуга у меня тачку-то опять закидывают? Ну, вот, нормально. Пошло, 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 ребята. Шикарно. Замечательно, мы проехали. Я даже сундук заработал здесь. Как у меня спина болит? Как я уже, ребята, уже 300 лет хотел себе этот стул купить. Все не купил, представляешь, что все время так вот сгорбатившись. Так, трасса Била. Ну, трассу Била, наверное, мы поедем уже тогда. Мне нравится наш водила, знаешь что? Ты посмотри на его лицо. Он такой недовольный, такой серьезный. Так, тут байк. Да, байк тоже, ребята, обделался. Именно на прыжке. Эх, не выиграл нас вот этот вот раллийный авто. Вот байк начинает. Мистер Бла. Ага, а чё ж ты, чё ж ты, чё ж ты, сосунок? А чёчка-то жим-жим? Да ядрён ты, матрён. Третьим. Да я смотрел на этого, блин, идиота, блин, который гоняет. Отвлек он меня просто. Да хорош. Ты хочешь сказать, что мы его не сможем обогнать? Блин, ему трасса досталась просто прямая, ребят. Если бы хоть чуть-чуть... А, мы даже первыми. Хе-хе-хе. Хоть бы чуть-чуть бы она была бы какая-нибудь извилистая. Фигушки бы он у меня приехал бы там первым. Вот уж поверь, я бы ему не дал бы такого счастья. Ну, в первый раз, ребята, я выполняю абсолютно все задания. Вообще абсолютно все задания выполнили. Так, ну что, у нас тут 30 деталей. Ох, спина затекла. Это у нас зимние шины. Ну что, я готов
Путешествие на... О, давно, кстати, не было пустыни. Вот она, ребятушки. Вот она, пустыня появилась. Че, возьмем этот, наверное, или что? Попробуем? Зря я, по-моему, взял. Опачки, красавец, Рей. Ты прям вот... Прям 100 баллов, ребята. Прям вот... Индус, чертов, а. Жена была так... Да не подходит эта тачка тут, ребят. Давай как-нибудь аккуратно, блин. Какая-то она прыгучая, что ли, слишком. Я не знаю, как объяснить, ребят. Что с ней не так? Наверное, да, слишком прыгучая. Ну... Подожди, а как он здесь занял 7 баллов? 4-4, а... Даже если... Точно, ребята. Я же первый бой слил. Просто слил. Я же разбился, у меня баллов вообще не было. Вот оно что. Ну что, городская вода, кубок. Кубок чего-то там. Кубок, городская вода, промокание. Ну что, попробуем не промокнуть. Да-да-да, я, кажется, вспомнил эту трассу. Если это та, о чем я думаю, то, в принципе, будет норм. Ну, первую гонку взяли, вроде, довольно успешно. Давай также вторую. Блин, слишком ранний старт у нас был. Я вспомнил. Вот это, конечно, зря. Я опять, ребята... Ну что ты твою налево творишь-то, чудила ты несчастный, Рей? Блин, ну... Не могу, блин, бесит. Воду давай, воду. Ну, прекрасно, прекрасно. Ну, первое место должно быть. Да. Посмотри на его ноги. У него ноги кальмаровые. Прыгает в башмаках кальмаровых. Крылья, стартовый ускоритель. Ну что, ребят, кубок аллигатора. Это не тот ли самый наш любимый крокодил, который меня постоянно отшвыривает обратно? По-моему, это он. Как опрокидывающиеся прицепы. Танк-попрыгунчик. Угу. И, ребят, первое место. Тут очень хорошо получилось. Опа. Классно у нас получилось там. Такой прыгнул. Хоп-хоп-хоп. Все дела. Хоп-хей-ла-ла-лей. Где вопросы, где ответы, да? Ну-ка. Куда я там приземляюсь? Отлично приземлился. Прям the best from west. Так, не надо, крокодилы, отвалить от меня. Эй! Ты посмотри, уже супостат лезет. Ё-моё! Ты посмотри, а. Прилетело прям сзади меня. Шмакодявка несчастная. Да отвали ты, а! Дуст! Дустиха! Есть! Чиппи! Чиппи, Макс! В общем, они все идут лесом. А мы с тобой перемешком, ребята, идем
на эпические холмы. Грустный клоун, не грусти, ты костями похрусти. Так, это кто у нас? Чист, что за чист? Что за чист? Чисто тает. Да? В этом плане. Опа! А тот говнюк все сзади, ребята, все подстраивается. Посмотри. Опа-на! Полный рот ему дерьма, скажем так. Не получилось у него ничего, так что пускай идет курить бамбук в лесочке где-нибудь. Некрасиво, ребят, получилось. Совсем некрасиво. Ну, правильно, все кочки, вирус, иди гуляй. А кто впереди-то там у нас? Вирус сия? Нет, ой-ё. Ну, этому задроту просто повезло, ребят. Вот что я тебе могу сказать. Просто повезло, просто он идеально проехал здесь. Его не размотало и не мотыляло. Нет, 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 заезжай. Вот тебе, ребята, и подвох. Так, он споткнулся, он споткнулся. Ну давай ты, еб твоими. Первое место все равно занял. Мои нервы, ребят, ни к черту. Они уже все просто расшатались. Ты смотрел 11-ю серию Atomic Heart в моем исполнении? Где-то середина игры, 48-я или 43-я минута. Я сам от себя такого не ожидал. Что я там наорал? Таких слов-то с детства не знал, ё-моё. Ну просто допекло. Просто допекло, ребята, все там. Ну что, мою машину опять-то как... Сдрисни, а, пожалуйста. Что-то меня как-то тут очень круто раскидало. Ну давай хоть на финиш-то попадем. Да. Замечательно. 3000 кубков-то мы сегодня возьмем. Это понятное дело, ребят. Я вот знаешь, про что забываю? Что надо периодически скидывать здесь крышу. На попрыгульках, что ли? Или мне показал? Нет. Не показалось мне, ребята. На попрыгушках он и прыгает. Я не могу на них. И, честно тебе скажу, я на попрыгушках не могу. Я пытался, но это как-то бред. Зажмите две кнопки, отпустите. Это фигня, короче, полная. Я вниз пойду. А чё ты не пошел-то? Иди там по прыгушке-то твои. Чё ты сюда-то сразу, ко мне? Вот так вот, там. Там ты и застрянешь, утырок. Все, друзья. Первое же место? Конечно, первое. Угу. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Опа, новые колеса. Это у нас для баги, друзья. Это у нас для баги новые колеса. На маленькую машиночку еще колесики новенькие мы нашли. Так, большой воздушный кубок. Ну что, большой воздушный кубок будем, наверное, на этой штуке-дрюке гонять. Тысячу лет на супердизеле не гонял. Ей не хватает только крыльев, блин. Для полного счастья, ребят, только крыльев не хватает. Опа! Баги, это вшивый джип, или как его назвать-то, я не знаю. Захотел меня облапошить. Но ничего не вышло. Вот танк еще бесявый.
Я помню, это у меня дизель так орет. Я думал, что это танк так орет, едет. А это у меня машина так рычит. Слушай, ну смотри-ка. Старый конь борозды не испортит, ребят. Так что супер дизель дает фору. Ты посмотри, как он хорошо, как он хорошо едет. Но опять же, друзья мои, только по прямой. И главное, чтобы не было крыши. Не дай бог там какая-нибудь крыша или еще что-нибудь. Сразу же в него впендрю. Подожди, а мы же с тобой, блин, мы же вроде какой-то. Все, я вспомнил, что мы прокачивали с тобой. Вот. Мы хотели прокачать. Ну что ж, теперь будем прокачивать фуру. Да в любом случае тут прокачивать нужно все. И фуру, и чудовище. Все тачки. Потому что испытания здесь... Как бы тебе это объяснить-то? Для разных машин. Вот гад. Если больше, чем два раза принимаете Афалазу, да? Он куда... Ох, нифига он там улетел. С крыльями еще, да? Но ему повезло, что здесь не было крыш. Хотя, в принципе, ребята, ему крыша-то не помеха. У него же этот... Аэродинамик, или как он там называется-то? Вот я поехал поверху. Болванище, да? Они все поехали понизу. И у них все намного лучше получилось, чем у меня. Ай, дуст. Ребят, он действительно дуст. Опаза этот. Ничего у него не получилось. Так, пока мы идем нога в ногу. Все втроем. Тут все зависит от того, кто сейчас займет первое место. Кто займет первое место, тот и будет первым. А, этот, все, я понял. Ну, по-моему, Апаза уже улетел там фиг знает куда. Нам его не догнать. Мне его не догнать. Не, я его вижу, вон он там летает. Так он что, он тоже, оказывается, на этой фиговине летает. Вот сейчас... Ты видел, сейчас был баг? Или чит? Как он с ровного места рванул, стартанул? Вот ты мне объясни. Ты хочешь сказать, что он нажал на эту? На ускоритель? Да хрена с два он нажал ускоритель. С места он рванул. Что там у нас в команде? Привет, Моррисон. Прива. Просто не шиша. Это такого не должно быть. Ну просто, ребят, по приоре. Ну как ты вот с места можешь рвануть? Да хоть у тебя крылья, хоть у тебя не знаю там что. Фига там, смотри, Долин что творит. Тут еще подкрадывается Дидир. Вы что, серьезно, что ли? Нифига вы там, ребята. Какие вы, блин, лихачи, а? Ты посмотри на них, на прошивцев, смотри. Фиги себе, Долин и Дидир. В два смычка хотели тут оприходовать. Не, ребятушки, уж извиняйте. Как-нибудь, блин, в другой раз. Там еще, я не знаю, там. Оу! Рэй, вот это вот нахрена надо было делать? Вот это вот нахрена надо было делать, блин, вставать вот так вот, деби... Пипец, я сам себе, ребят, все подпортил. Да потому что спина уже у меня болит, блин, ё-моё, вот так вот, блин, без спинки. У меня скоро будет, я буду горбатым буду скоро, ё-моё. Как это, в анекдоте, да? Не, мужик, ты кто? Я хромой. Не, мужик, ты горбатый. Вот такая же фигня, блин. Давай, бери первое место. Фух, нормалек, все, ребят. Есть кто-нибудь круче? Нету никого круче, иди там танцуй. Где-нибудь в другом месте, в туалете там потанцуй. Тебе полезно будет. Ну что, у нас водный. Слушай, я-то думал, что у нас будет пустыня, ребята. А что-то пустыни-то у нас и нету. Давно, кстати, нету пустыни. Ты заметил?
Пустыни у нас не было уже давненько. Ой. Ну, давай ты, твою налево крохачется. Давай, лучше так, лучше так. У нас что, одна гонка, что ли, здесь? А чё он тоже-то не заехал? Чё он тупит-то? Папин топорок. Тихо ты нафиг. Чувак там тоже споткнулся. Вот это, ребят, меня уже начинает раздражать. Вот это вот. Ехать, задрав этот передок. Опа, новая краска. Нифига себе, оранжевая. А у меня была только красная и черная, да? Теперь у меня будет оранжевая, ребята. Столичный кубок. Вот сейчас как раз-то мы и проверим. Так, Феррари мы меняем на... О! Подожди, или вот это новое? Слушай, ну это как, знаешь, это напоминает мне... Ну, Ламборджини, ёк-макарёк. Такая желтенькая с белым. Нормальная, кстати, красочка такая. Мне нравится, как выглядит тачка. Эпичненькая такая. Ну почему ты такая прыгучая-то, засранка? Ну ты вот из-за вот этих вот своих прыжков идиотских, ну просто все профукиваем, ребят. Лети, какого хрена он летит так, блин? Ну какого хрена, блин? Ну просто вбивает вот именно этим своими полетами вот этими дебилистическими. Давай, 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 не дуркуй. Хоть где-то этих пришибленных, как говорится, уделать. Отлично. Давай попробуем здесь. Без выкрутасов. Вот опять начинается вот это вот попрыгунчество. Ну, упал на колеса и все, блин, едь ты. Дальше. Доехал, доехал. Ну понятно, тут уже, ребят, никак. Сдает позиции машинка эта. Сдает. Вот так вот, ребят, а ты говоришь: блин, возьми другую машину, покатайся. Вот, покатался тебе на другой машине, блин. Понравилось? Убиваешь ты меня вот этим, блин. Че, кто-то не доехал, что ли? Я не пойму. Розовая гомосятина едет там. Так, давай. Ай, Нарина, найс, нанай. Ты идиота, кусок, ты понял? Ты просто кусок идиота, блин. Взял на свою голову алкаша какого-то, блин. За баранку, блин. Теперь мучайся с ним, блин. Просто синяк, ты посмотри на его рожу, блин. Пропитую всю. Ничего, что там впереди? И хрена там впереди, блин, для тебя веселого. Я, блин, в шоке. Фура, фура едет первым. Иди ты нафиг. О.
Вся сила в правде, ребят. Давай, давай, аккуратненько. Опа. Нормально так, да? Звезданул там. Так, подожди. Вот сюда вот. Ага. Ну, это гонка моя. 100%. Это гоночка моя. Так, ну что. Давай дальше. Последнюю не обделаемся. И будет нам, надеюсь, счастье. И будет нам, надеюсь, счастье. Само, само собой, ребят. Обвалун, как всегда. Все, как мы любим. Вот это было хорошо сейчас. Так, по камушкам, по камушкам, по камушкам. Ты видишь, дристолет летит. Но все равно первый. Я... У меня нет слов. Что там, кто там, что там пишет? Повесь меня... Нет, ребят, лидером не буду никого повышать. Есть у нас лидер, надеюсь. Так, меня же там попросили разблокировать еще. Совсем забыл. Надо глянуть. Так, подожди, сейчас мы эту... Ну ты посмотри, вот посмотри, моя машина как летит. Она почему-то отличается от того, как едут их тачки. Моя какая-то супер прыгучая, что ли, или... Летит, она как-то в воздухе больше находится. Я не знаю, от чего это все зависит. Кто там у нас? Самби. Не надо, не надо подлетать туда. Самби. Да-да-да, я именно так и хотел. Верещак, блин. Фух. Отлично. Давай. Поехали. Идеальный старт там был написано. Опа, минус крыша, да? А дальше как по маслу. Должно быть. Замирает сердце у меня, когда лечу я непонятно куда. Есть. Все, хорош, хорош. Отдыхайте, мелюзга. Отдыхайте, мелюзга. Тут недавно локти кусал, пукан горел. А тут отдыхайте, мелюзга. Пошел он, щенок заморский. Ну вот, одурачился, блин. Так, ребят. Опа. Хорош. Хорошечно. Давай здесь потихонечку. Оба-на. Вот так вот будет с каждым, друзья мои. С каждым, кто на папочку прыгнет. Я думал, что, ну, хотя бы запрыгнет. Нет, ничего не запрыгнул, ребят. Они тут все, что ли, с этим, нет? Нет, ребят. Третьим. Так, ну получается, я пока второй иду. Если в этой гонке выигрываем, то буду первым. Или это третья только гонка? Их четыре. Это же у нас гоночка с этим, я понял. Да-да-да-да-да, это я вспомнил. Так, ну, эту гонку, ребят, я уже взял. Да, и четвертая, это у нас подъем-спуск. Это я помню. Подъем. И спуски пошли. Пускай он там жгет свое горючее, нам по барабану абсолютно. Все. Да, ребята, первое место. Чики-дрики. Бомбарбия. Киргуду. Шутка. Нормально, нормально проехали, друзья. Заработал я свои первые 3000 кубков. Дай гляну, что у нас тут в гонках. Ну, поехали.
Ну откуда я знал? Да нифига тут трасса. А этот полетел куда-то конченый, блин. Ой, зря я, наверное, взял здесь супердизель, блин. Да пошел ты. Иди ты в пень. Это я уже специально так сделал, ребят. Мне туда не заехать. Буран, ну давай, буран. Опять же, непрокачанный буран. Небесный, блин, тихоход. Ауч. Да ты будешь плыть, ты что ты делаешь? Давай, 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 давай. Никакой тур. Фух. Не, ну главное доехал, ребят. Ну давай. Чё ж мне никто не сказал, что здесь вот такое все. Я промолчу. Давай-ка вот так вот сделаем. Да ядрен матрен ты. Это в гору, да? Ну когда, чё не... Ребят, чё не срабатывает эта фигня? Ну накопилась же энергия, твою налево, блин. Идиотизм. Взад, вперед, взад, вперед, взад, вперед, взад, вперед. И только после этого сад. Да пошел ты, козе, в трещину, блин. Фигею просто, блин. Вот это вот. Чё за дерьмо, когда ты должен нажать две кнопки вперед-назад, и все, и она должна бустануться у тебя, блин. Иди поплавай, придурок. Тебе полезно. Ну куда ты, твою налево, дебила, кусок ты... Да я знаю, что кончается. О, молодец. Вперед с песней, придурок. Взял все, запорол только. Просто, блин, что я взял? Тут же эти, ломать. Ну я следом, ребят, я не отставал. У меня не было никакого там горючего. Фух. Так, ну что, давай гонку прокачусь. На танке. На непрокачанном танке. Рей, танкист. А тут на баге там шпарит. Да правильно, халяву там. Как можно, я не знаю, ребят. Он такой прыгучий, этот танк. Впереди еще тем более баба бородатая. Это вообще страх лютый.
Возьми горючее, пожалуйста. Ну. Все, прекрасно. Вот сюда потянем. Ну! Не потянем, по ходу дела, да? Прям один в один, ребят. Идиотизм. Ну что, друзья, на этом сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.